Грузовая машина, перевозившая пчелиные ульи, перевернулась в турецкой провинции Мугла. В результате автострада была заблокирована, тысячи насекомых вылетели наружу. По данным местных СМИ, от укусов пострадали не менее 18 человек, в том числе двое туристов из Финляндии. Власти перекрыли дорогу, чтобы дать возможность пчеловодам нейтрализовать своих подопечных. Специалисты распылили над ульями спрей, усыпивший большинство пчел. Движение было полностью восстановлено через 2 часа после ЧП.